кем-то съедаешь под соли. Да. Я помню, как Мария шла. Все, хоть обратно уезжай. Все будет хорошо. Все будет хорошо. А сам идешь и думаешь, Господи, ну дай им работу, ну дай им денег. Потому что я-то не могу помочь. Говорю, ну в Библии написано, все будет хорошо. У вас все будет хорошо. Держитесь Господа. Слава Богу. Да. У нас сейчас одна сестра, Татьяна, из Калининграда. Она хочет исполнить песню, слава Богу. Я ей все... Она так стесняется, говорит, я, может быть, не в том жанре пою. Я говорю, поверь мне, те, кому за 50, просто пищат, ну, пищат, когда ты поешь, потому что ты вот прям к их духу. А молодые тебя всегда будут поддерживать. Татьяна у нас полгода была в Калининграде, да? Даже больше. Мне было очень приятно, когда она написала мне на электронную почту, что я не пропускаю ни одного служения по видео. Я смотрю, я всегда с вами. И, ну, это здорово, потому что человек там, а в духе он с нами. Она переживает, я говорю, я выйду, тебя представлю, не переживай, все будет хорошо. Спасибо, Наташа. Спасибо вам, церковь, что вы есть у меня. Спасибо Богу за все, за Иисуса Христа, за Духа Святого. Я немного тоже скажу о Духе Святом. Он в каждом дне, в каждом моменте. Ну, просто пару моментов хотя бы. То, что я здесь, в Арнии, это величайшее Божье чудо, просто величайшее. Потому что я родилась в Сибири и прожила там безвылазно 50 лет. И для меня куда-то было съездить там в тот же Иркутск, я в Братске жила. В Иркутск это просто, ну, просто это кошмар какой-то, невозможно просто было. Хоть я работала в авиации всю жизнь, в технической службе, а анализ полетной информации с черных ящиков. И наши люди, они летали в Москву за колбасой, там в те времена, в голодные. Я никуда вообще, для меня куда-то было тронуться, это вообще, ну, невозможно. Вот, а, пожалуйста, я в Арне теперь. Это все Дух Святой. Он так меня выцарапывал оттуда из Сибири, это можно книгу написать. И, кстати, вот работа у меня с черными ящиками, она довольно сложная была. Ну, хоть у меня есть авиационное образование, но такие ситуации бывают в воздухе, в технике пилотирования, в матчасти отказы, которые просто... И просто я думала, когда я занималась этим, я думала, откуда я это знаю? Вот откуда я это знаю? Мне говорил Дух Святой, и ситуацию прояснял, и приходили мы к общему какому-то решению, и все это заслуга Духа Святого. Слава тебе, Господь. А то, что я вот здесь пытаюсь петь, это вообще, вообще это, ну, мне даже страшно было когда-то подумать об этом, даже помыслить чуть-чуть, что я... Нет, было так, что 10 лет назад, ровно в 2008 году, было у нас в Калининграде, ну я короткими перебежками, Братск-Калининград, Калининград-Варна, жила в Калининграде еще. И в церкви в Калининграде 10 лет назад у нас было специальное служение, на котором молились, за нас молились. И потом нам предложили закрыть глаза и во время молитвы спросить Бога, кто я, Господь, кто я. Ну, я думала, что Господь мне скажет прославить, евангелист. Потому что у меня было много таких моментов, как меня Дух Святой так чудно мне людей показывал, ситуации какие-то давал. И я с удовольствием говорила о Боге.
очень много было. Я тоже хотела, не то, что хотела, а я писала уже, я общую тетрадку исписала этими моментами. И я думала, я услышу, что евангелист. И вдруг я слышу прославитель. Я думаю, ну ничего себе шуточки. 10 лет назад я это услышала. И ну, думаю, ну как я, какой я прославитель? Я не петь, ни музыкального образования, ни петь не могу, ни голоса, ни талантов, ничего нет. И потом, ну, возраст пенсионный, а группа прославления молодежная. И я просто думаю, да ну. И вот это все меня все равно все эти годы как-то зудило, что ли, вот. И мне хотелось петь. И я благодарю церковь, пастора Геннадия, Наташу. Как-то пастор Геннадий сказал, вот будет у нас праздник, давайте готовьте, кто там стихотворение, кто песню, кто... И вот и помню, я тогда еще с более дрожащими ногами сюда выползла. Я благодарю, что в этой церкви вот получилось у меня вот этот вот выход какой-то на сцену, и до сих пор пытаюсь, и до сих пор я очень переживаю. И все равно это все заслуга Духа Святого, это все Он, и поет тоже Он, только я Ему мешаю. Слава Богу за все. А сейчас я вас приглашаю вместе прославить Господа нашего, Авва Отче, Иисуса Христа, Духа Святого. Я приглашаю вас, все вы знаете эту песню, все вы знаете. Провозгласим, что Господь моя сила и щит. Аминь. Господь моя сила и щит, Господь моя сила и щит, Господь упование мое и помощь мне. И потому я ликую, сердце мое ликует, и песнь моя славит Господа. И потому я ликую, сердце мое ликует, и песнь моя славит Господа. Праведен и милосерд, избавил Он душу мою, меня искупил от греха и оправдал. И потому я ликую, сердце мое ликует, и песнь моя славит Господа. И потому я ликую, сердце мое ликует, и песнь моя славит Господа. Господь моя сила и щит, Господь моя сила и щит, Господь упование мое и помощь мне. И потому я ликую, сердце мое ликует, и песнь моя славит Господа.